А он роскошь любит, Путин, вообще? Ну, мы говорили об этом. В общем, в его понимании роскошь после жизни там либо в коммунальной квартире всю жизнь, либо в маленькой просто квартире и в каких-то, ну, совершенно... Ну, то есть он не был, скажем так, бизнесменом. Слушайте, или ну, дворец в Геленджике, который Навальный показал, ну, это фантастика. Ну, если вы считаете, что это роскошь, то тогда любит. Я не считаю, честно, про этот дворец роскошь. Он мне говорил еще, когда я был в этом. Он мне говорит, слушай, вот в Геленджике купи себе землю, вот потом пойдешь на пенсию, будешь виноград выращивать и вино делать, а привезешь саженцы из Франции.